Ладно, мы не будем к тебе заходить. Ребят, отходите. А чё? Ух ты, ты дурак, что ли? Я испугался. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Logdog, Move Foxy, Стаканчик. Пацаны, скажите крутые слова. Крутые слова. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Я буду играть за аниматроника, а пацаны должны максимально РПшить, чтобы выжить. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, давайте для того, чтобы было интересно, для начала мы возьмем вот такого челика. Так. Ты чё тут Быстро все в коптерку. Ах ты. Слышь ты. Коптёрку, да я должен поубивать. Фокси, ЗНТ в коптёрку, давай. Заходи, заходи. Фокси. А я его убью сейчас. Заходи, нет. Ладно, ладно, я не могу туда заходить, все почему. А, вы двери жмете все. Не вижу. Ой, ты чё? Убил. А я вас буду обходить сейчас, ребята. Сейчас очень жестко буду. Так. Вижу пацанов. Он приштрап, вон он. Слышь, ты глазастый, ты что так смотришь хорошо? А там камера есть. Видимо, вон он, вон он. Да блин, я хотел телепортировать. А что он как рахит телепортируется? Ну, наш он маленький. Так. Че там улыбаешься? Отлично. Нельзя. Кто без маски, убиваем. Да успел. Ну а что ж, а я зато увидел, что ты без маски. Правильно, молодцы. Так. Отлично. Без маски нельзя никому. Отлично, пацаны. Так, я предлагаю сейчас заняться батовскими сворожками. Нельзя выходить. Кто будет выходить со своего офиса, я буду мочить. Пацаны, давайте, наверное, мужика, кто спорит, Давай я скажу туда. Не-не, мне страшно. Не страшно. Без маски. Без маски еще один. А они не успевают появляться, я их мочу, ладно. Когда на спауне Дима, 5 секунд. Я забыл. А я здесь хорошо, мне хорошо. Дима, а где ты? Я в эвкалипт. Дима, ты в курсе, что у тебя пузо? Зубы там в пузо. Да, я могу загрызть пузом вас. Хорошо, беру антуражник с прикольной анимацией. Ребята, наша цель. Ой, не-не-не-не-не, мы не будем этих брать. Давайте возьмем вот это вот. Я короче, выставляю свою кандидатуру, чтобы я туда пошел. Не, я не пойду. Ой-ой-ой! Тихо. Ты чё орёшь так? Страшно же. Привет, хлопцы, как у вас дела? Так, с маской все, ребята. Внимательно чекаем, кто без маски. Кто будет без маски, убью всех. Вот там был сзади без маски. Да? О! Вижу, все хорошо. Все, валим. Рахит, ты чертов, под пол прячешься. Надо ему посрать. Без маски, я же сказал, без маски буду валить всех. А чего ты набрал то, что ты не убил? А потому что ты на меня сказал рахит, а мне не нравится это слово. Я обидчивый аниматроник. Хорошо. У нас, короче, небольшой нравится, что он не ходит через центральный вход. Чё ты идешь, а? Вот смотри, он сломанный, давай его доломаем. Ты шо, я убью вас. Я предлагаю, как говорится, кто куда, а я выделяться пойду. Так, а чё я не могу этот бегать? Ну ты лоб. Слышно меня сильно, да, по карте, когда я хожу? Очень сильно. Да, слышите, я там куплышь. Вот он здесь. Где? Вот тут. А я чего? Стрелю туда. Там, я отвечаю. Нет, я с другой он стороны. Ползет. Его там нет, но я слышу. Но ползет там. Я с другой стороны. А,
Ребята, это было очень прикольно, мне понравилось. Я настоящий, знаете, сегодня мы играем как настоящего аниматроника, потому что очень надо осторожно и вылавливать по одному. Ну чё, кто еще идет ко мне сюда? Профилакс ходим, лови гранату. Можно гранату делать? Нет, нет, я туда буду злиться. Если ты кинешь гранату, я это испугаюсь, я убью. Я всех убью. Нет! Без маски был, я видел. Так я с маской был. Не-не-не, один из вас был без маски. Увидишь на записи ролика, там кто-то ходил, этот, лицом трусил. Ну ты читер, ты опять этот... Ну чё, пацаны, давайте, можете использовать против меня оружие. Только лайтовенькое, не мощное. Не мощное? Не мощное, не мощное. Ну это не мощное, наверное. Так, и давайте, пацаны, как говорится, за... Вот он, я его вижу. Ого, у тебя дробаш, давай, выходи. Пойди, пойди, знаешь, как сейчас я... На тебе, Рахит. Эй, Рахит, это ты. Да мне твоя, она даже жизни не отнимает. Нет, но я тогда использую запрещенный прием. Я испугался. Это было сильно, ребята. Тима, запрещенный прием. Я предлагаю. А! Слышь ты, запрещенный урод. О, да, это блин, это очень сильно мне пугает, это жизни пугает. А, вот тратит. Так, придется время, пацаны. Сейчас всем выдаем эту хрень. Всем выдаем. Забирайте все. А ты отсюда не выйдешь. Ты вышел, алло. Читер. Отлично, отлично, ребята. Да ты масс читер, все, я... Отлично, отлично, ребятушки. Бери с другого пака. Не, ну, хорошо, давайте, хорошо, беру с другого пака. Я беру ядерную бомбу и все. Нет, нет, какая ядерная бомба? Нельзя. Я сейчас возьму другого аниматроника, который более лайтовый. У нас правил уже нет. Все, я взял, который бьет только с прицеливанием. Плюс трапа наверняка. Твою мать. Так. А как вы набросали и теперь не пройдете сами? Ну, ты тоже не пройдешь, но он где-то здесь, я его видел. Он вот в этой комнате, ребят. Отлично. Ага, невидимка, все ясно. Отлично, ребята, мы идем очень по-красивому. Очень. Там не пройдет. Пройду, пройду, я очень хитрый. Ай-яй-яй-яй-яй. Дима, ты меня никогда не найдешь, ты чуть снова пришла. Зря ты это говоришь. Дим, я тебе гранату кину, окей? Мне кажется, придется доставать там какое-то оружие в этой жизни. Так. Блин, а я же не админом, я же не админом. Отлично. О, слушай, Дим. Ого, меч, слышь, засунь его в жопу себе, отвали. Согласен, давай, погнали. Эй, отвали, отвали со своим мечом. Погнали. Где этот? Где это говно? Так. Что, ты сказал, здесь все работает, Дим, все по нашему. Здесь. А не здесь, я, ну я нормально играю. Я тебя слышу. Где ты, давай, уходи. Так. Где ты прячешься? Да я нигде не прячусь. Да конечно, что ты врешь? Да я нормально играю. Знаешь, что наше видение невидимок не видит? Чё тогда? Ну, Димас, короче, все, он прячется, он просто понятно. Я, короче, в одном очень классном месте, вы должны догадаться, где же я нахожусь. Это туалет. Он срёт. Это не туалет, он наверняка вот тут вот сидит. Да, ну, это туалет, пацаны. Вы же знаете, что Дима всегда сидит в туалетах. Вот наверняка здесь сидит. Тут, короче, что-то... Это туалет, ребята, это туалет. Не. Подожди, сейчас, отойди, отойди. Ого. Так, он, знаешь, где-то рядом. Он в туалет, наверное, сидит. Да не, я очень классно вместе сижу, вы должны догадаться, где я. Рахит же, ты не можешь же там где-то рядом сидеть. Опа. Опа, я понял, где-то. Он в офисе. Он в офисе, реально. Откуда вы... О, это уже правильно вы говорите. Ой, твою мать, я испугался. Не заходите ко мне, я буду убивать, кто будет заходить ко мне. Это моя берлога, я тут живу. Ребят, знаете что? Короче, переходим. Ладно, мы не будем к тебе заходить.
Ребят, отходите. А чё? Ух ты, ты дурак, что ли? Я испугался. Да тихо, эй, ты поломаешь дверь. Слышь, эти двери только покрасили. Ого, фигачат. Эй, жарко что-то. Отключайте отопление, пацаны. Отходите, отходите. Ой-ой-ой, сейчас жахнет. Кстати, это знаете что? Собрались 4 охранника, вытравливают аниматроника одного. Ой. Я дверь закрыл. Да ё-моё, да отходите вы от двери-то. Да вы двери удалили. Мы не удалили. Сломали. Отвали. Лови, лови, лови. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты убегаешь. Где ты, мелкий трус? Ловите его, давайте, у нас тут все есть, давайте. Отличная нычка, ребята, отличнейшая нычка. Очень круто сделано. Так. Ищут. А найти не... Эй, вы компьютер поломали здесь, вы что, новый компьютер? Ага, есть, одного замочил. Типа там, где сам вход в пиццерию. Я там, блин, был. Слышь, ты, не пали контору. Я этого рахида не мог найти. Ай-яй-яй, вы чё? Извини, это что такое? Это жестко. Я знаю, ты не выйдешь. Я не выйду, то я, скорее всего, тебя убью. Я использую запрещенный. Ты уверен? Лови. Лови, братан. А я вовремя отбежал оттуда. Кстати, у меня 2300 жизней из 5000. Да-да-да, сейчас еще пригвождатель я использую. О, пригвождатель, точно, ё-май. Да блин, зачем ты сказал им? Ну не надо, пригвождатель. Так, короче, если вы сейчас меня убиваете, за 3 минуты убиваете этого аниматроника, то вы победили. Даже за 2 минуты. Ребят, мансить, когда сейчас будем, давайте погнали. Вот, где тут. Нет, я буду валить. Я буду валить. Он убежал. Где ракет? Я не рахит! Да конечно, что ты врёшь-то. Сам по своей фамилии. Что вы меня заводили, а? Лоблок не за... Не надо, вот. Максим большой, я такой... Отлично, отлично, ребята! Лоблок, спасибо. В туалете! Да блин, я в туалете! Блин, только мы не можем вылезти. Вот, всё, вылезли. Только нет, у нас гвоздь. Отлично, отлично, гвоздомёт кончается. Ай! У нас здесь 7-6. Где тут стоит, мне кажется? Блин, да ну нет! По своим не попадите. Отлично, отлично, пока не добегут гвозди, пропадут! Быстрее, я гвозди! Где он? Да это нечестно, ты вот это я и гашу охранников. Красиво, да, они головой об асфальт падают? Пацаны, надо делать немного по-другому. Так, все, ребятушки, я вырвался. Так, полминуты осталось. Пацаны меня не могут победить, поэтому, наверное, аниматроник сегодня оказался сильнее. Одни, 5 человек, получается 4 охранника, не могут одного маленького аниматроника убить. Представляете? Насколько слабо. Где-то я тебя бил, рахит. Да какой рахит? Да не рахит я. Вот это они меня хотят убить, представляете как? Прямо возле меня все ходят и не видят. Да где ты? Я что, ты где? Прикольно. Фокси стоит такой, так нормально, со снайперкой. Так, этот пришел гвоздометом. Так, 4 человека на сцене, никто меня не видит. Да неужели я прям перед вами сижу, меня не видите? Мне нравится. Стрелять по нам-то, ё-моё. Ну, умный сам, а вы хотите, я его убью? Я использую просто все. Так, я, короче, вызываю самую секретную разработку военных. Да ну не, да ну как? Да ну отвали, ну пригвожду. Ой. Убили. Ну короче. Это мою комбо. Это, короче, ребята, знаете, что это ничья. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТоке и в Инстаграме. Ну а всем отличного настроения и поставляем ролики еще.